на канале ТВЦ состоится премьера четырехсерийного детективного сериала «Автоледи», выход которого ожидается 14 ноября. Фильм входит в цикл детективных расследований «Я знаю твои секреты», снятого по мотивам одноименных романов. В центре сюжета новой истории по дороге из Москвы в Калугу исчезает молодая женщина Анна Брунина. Она – директор по продажам крупной строительной компании. Пока Скворцов с коллегами тщательно проверяет на причастность мужа пропавшей, находит ее дорогой автомобиль. Но что это было? Убийство с целью угона или зацепку надо искать в профессиональной деятельности Анны? Однако все версии рассыпаются, когда в лесу обнаруживают тело женщины. Детали преступления окончательно запутывают следствие. А между тем, новое убийство автоледи на той же трассе только добавляет вопросов. В этом необычном деле смешались офисные интриги, языческие секты, ведьмы из японского мультфильма и неразделенная любовь. Чтобы распутать клубок загадок и найти убийцу, Скворцову снова нужна помощь Нины. Главные роли в сериале исполнят Агата Муцинейцы, Михаил Пшеничный, Алена Яковлева, Владислав Ветров и другие. Премьера четырехсерийного детективного сериала «Автоледи» состоится 14 ноября на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.